На самом деле я победитель по жизни. Но в первую очередь я ехала получать опыт. В первую очередь побеждать свои страхи и набираться определенному опыту. И вот в данный момент я чувствую себя твердо. То есть я могу вам точно ответить, что полуфинал и дальнейшие мои действия направлены конкретно на победу. Мой муж у меня первый мужчина в жизни, вот, потому что у меня не было отца. То есть вот мой муж – это прям первый мужчина в моей жизни. Девушка с правильной, с порядочной, которая умеет грамотно направить мужчину, говорю, можно очень горы сравнить. Кто сказал, что женщина должна варить борщи, мыть, убирать, дети? Кто это сказал? Кто это придумал? А я скажу, это придумали, наверное, мужчины, которые работают, да, а ленивые женщины из них тянут деньги. Я горжусь тем, что я выросла именно такой, какая я являюсь сейчас, как я себя позиционирую, и что у меня сформировались определенные моральные принципы. Я этим безумно горжусь.